Наше телевидение СНТВ продолжает тему футбола в городе Силамяя. Сегодня столкнулись дерби два клуба из города свежих морских ветров. Это Маликорп Силмет и Дина. Маликорп Силмет взял игру под свой контроль, и первый тайм завершился со счетом 1-0. После перерыва в начале второго тайма Дина сравняла счет. Обе команды понимали, что для выхода в 1/4 финала Кубка Эстонии по мини-футболу им нужна только победа. В конце второго тайма Маликорп Силмет вырывает победу и забивает 3 гола в ворота силамяйской Дины. Матч завершается со счетом 4-1 в пользу клуба Маликорп Силмет. Силамяйские между собой у нас постоянно борьба, матч нелегкий. Ну, матч, еще раз повторюсь, был напряженный. Впечатления, эмоции, конечно же, хорошие, потому что мы победили. Была борьба на поле. Мы рады, что победили. Мы шли к этой победе и добились ее. Соперник Маликорп Силмет в 1/4 Кубка Эстонии по мини-футболу пока неизвестен. Следующие игры 1/8 финала Кубка Эстонии пройдут 10, 11 и 21 декабря.